Участие в открытом обсуждении приняли также представители правительства края, общественной палаты, студенты финансового университета и представили отчет о бюджете за 2017 год. Как оказалось, в прошлом году в крае сработали в плюс. Доходы превысили расходы на 3 миллиарда рублей. В целом доходная часть бюджета составила 102 миллиарда. Причем налоги и налоговые поступления в 2017 выросли на 6%. Безвозмездные вложения – это поступления с федерального бюджета на 8%. Основная часть расходов по традиции пришлась на социальную политику – более 30 миллиардов рублей, на образование – 19 миллиардов. Депутаты отметили, что в 2017-м край жил скромнее, но благополучнее, чем годом ранее. Изучая сегодня документы наших соседей, должен сказать, что у нас в Сибирском федеральном округе самый сбалансированный бюджет. При этом Александр Лазарев просил впредь при формировании бюджета обращать внимание на размер заработной платы медицинских работников, ее базовую ставку. Ради более-менее сносной зарплаты многие алтайские врачи вынуждены совмещать несколько ставок и трудиться в разы интенсивнее, чем в соседних регионах. Студенты интересовались, как в следующем году будут поддерживать семьи с детьми и выделят ли средства из бюджета на участие в федеральных и международных молодежных форумах. В рамках слушаний высказали просьбу и следующего характера. И говоря о бюджете Алтайского края, хотелось бы отметить, что изобретатели края, Алтайская краевая общественная организация, нуждается в финансовой поддержке. Если будет оказана должная финансовая поддержка, то будет всплеск изобретательской активности. В целом отчет об исполнении бюджета за прошлый год участники публичных слушаний одобрили. Они выразили надежду на то, что по итогам и 2018 года финансовое положение региона будет профицитным. Татьяна Голубева, Николай Шелко. Наши новости.